не женский вид спорта, так говорят про бокс. А если он французский, то почему бы и нет, говорит Варвара Горб, участница первенства Московской области по савату. Единоборствами занимается 6 лет. За 3 года в спорте успела узнать вкус побед и поражений. Мечты у девочки смелые – стать чемпионкой России. А пока продумывает тактику на предстоящий бой. Соперница, я уже знаю, то, что она какие места она любит делать, какие у нее тактики, и я продумываю себе схему, как от нее можно увернуться и сделать какие-нибудь иные удары, чтобы занять первое место. Займут первое место и поедут на всероссийские соревнования. Бороться за путевку на престижный турнир приехали 100 спортсменов не только из Подмосковья, но и других городов России – Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани. Были и одинцовские саватисты. Фактически эти соревнования являются отборочными. То есть те, кто занимает первое и второе место, в декабре выступают от Московской области на всероссийском турнире и Кубке России в Санкт-Петербурге. Сават – это бокс французского происхождения. В нем используются одинаково и руки, и ноги. Применяются элементы западного бокса в комбинации с ударами ногами. Сават – это единственный вид спорта, где бьют ногами в башмаках. И эти башмаки похожи на боксерки, с тем только отличием, что у них не только жесткая подошва, но и жесткий носок. И удары можно наносить, как в английском боксе можно наносить только перчаткой. Вот, ну так и в савате тоже, естественно, удары наносятся тоже, да, руками и перчатками, как и в английском боксе. А вот ногами удары можно наносить только башмаком. Сергей Буланов один из первых стал изучать ударную технику ног в боксе. Так заинтересовался саватом всерьез. И вот уже 33 года успешно продвигает его в России. В конце 80-х была создана первая в России вот федерация савата, которая постепенно развивалась. И на сегодняшний день у нас уже больше 40 регионов в России развивает этот вид спорта. Мы проводим большие чемпионаты России, Кубки России. Для Георгия Бибяева этот турнир не первый. Занимается саватом уже 4-й год. Соревнования для него особый вид удовольствия и возможность показать себя. Сегодня он в красном углу. Соперник достался сильный. Не уступчивый, но сам по себе-то он мало занимается. Я что-то хотел дать ему как-нибудь почувствовать себя в первый раз. На первенстве Московской области по савату команда города Одинцова показала высокий уровень подготовки и завоевала золото в общем зачете. 12 спортсменов заняли первые места, 13 – вторые. Бронзу взяли сразу 3 саватиста. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».